пошли на СП-шку. Игорь? К пи***ку. Да. Сейчас. Вот так жили. Какие сюрпризы нашли. У нас на обзоре коробка русской гуманитарной миссии. Вот, для этого человека, но она ему уже не нужна, короче, ну, типа, пи***ку. Ну вот, то, что присылают русским солдатам на передок. Ну, это логично. Ну, как бы не понадобилось, но логично. Колокольчик. Символично. Да, колокольчиком. Важные очищающие салфетки. Ну, по-любому, вторая армия мира после колокольчика надо. Так, доктор Клин. Спички. 2 килограмма муки липец. Что с ним делать? На передок присылаю, на фронт. Ну, как бы, пельмешки. Макароны Макфа, макароны номер один в России. Народная, сдобная, волжские баранки. Лисма, насыщенный индийский зеленый чай. Говядина тушеная, Останкино. Сав момент дрожжи. Мутани, со свининкой. Аж пельмешка, Мозырь, соль, экстра. Перловка, Московская область, Россия. Саратовская область, Энгельский район. Пшено, Московская область. И запей это все. Масло. А потом почисти зубки прорезом. Доктор Клинный. Защита от кариеса. Крепкие зубы, здоровые десна, свежее дыхание. Да, в деревянном ящике.